Уважаемые дамы и господа, я представляю участников этого боя. В красном углу ринга боксер из Нарвы, Байамурская спортивная школа. Ему 15 лет, боксом занимается 8 лет. Провел 91 бой, 84 победил. Чемпион Эстонии. Пятое место на чемпионате Европы 2015 и 2016 годов. Его тренируют Василий Панов и Валерий Семишкур. Приветствуйте, Семен Камани! В синем углу ринга боксер из Марду. Ему 16 лет. Трехкратный чемпион Эстонии, победитель международных турниров в Марду, Каунасе, Пскове, Великие Луки, призер международного турнира на призы Николая Валуева в Санкт-Петербурге, участник чемпионата Европы, воспитанник тренеров Евгения Головача, Ивана Шумякова и Андрея Малахова. Приветствуйте, Игорь Воробьев! Садит все, видишь? Надо втыкать! Дай, я вот могу встречать!
Работай, Семен, работай! Вот работай! Сам работай! Работай, Семен! Больше примерно! Так работай! Вот, вот! Игорь, закажи его! Вот! И пять раз! Семен сам его закажет. Правый, правый! Так, назад и правый! Правый, втыкай туда, жестко! Раз, два, правый! Вот так! Продолжай, продолжай! Левый, правый, левый, правый! Твой кривой! Четче! Семен, четче! Вот так, вот так! Собрано, собрано! Ударок и правый жесткий заканчивай! Игореха, убей Семена! Правый, левый, правый! Ты хочешь сам? Сам, Сергей!